Ребят, всех приветствую, рад вас видеть на своем канале. Сегодня у нас день 74. По HP у нас осталось 26-55%. Давайте посмотрим, какие будут сегодня заработки. Погнали. Так, пошли по 0.25 начисления. На паузе сейчас отстаю. Так, здесь дали, получается, ну, почти 10 монеток. Так, начисления идут по 0.35. Здесь дали 13 монет. Сейчас, если еще раз так плохо ударит, тогда буду отключаться, позже включусь. Так, начисления опять идут плохие, по 0.35. Позже пойду. Ребят, пятерочку прошел. Здесь где-то 0.18,5 где-то получается. Короче, 0.18. Среднее. 467 монет за 5 энергии, иду дальше. Так, ребят, прошел еще пятерочку. В общем, за 10 энергии вышло 877 монет. Средняя здесь у нас где-то 17.6-17.7. Такой вот показатель. Еще будет 10 энергий, позже включусь. Смотрите, ребят, какая разница бывает в начислениях. До этого 0.4 запустился. Было 11 монет дали за 0.4. И сейчас за 0.6 вот такие вот начисления. 107 монет. Какая большая разница. Смотрите, ребят, 2 энергии, 327, 32,7 средняя. Просто шик результат. Так, ребят, прошел пятерочку. Сейчас начисления подупали, но в целом прям отличный результат. Здесь за пятерку получается средняя 26. Остаток 4,6. Посмотрим еще, как дальше пойдет. Оп, поймал начисление. Сейчас посмотрим следующий удар, как будет. Следующие начисления идут по одной монете. Для этой силы это прям тройной, четверной, наверное, результат. Ну, тройной точно, да, если по одной монете брать. По 1.50, это четверной точно. Выше нормы идет. Также по одной монете идет. Ну, тоже были мысли, думаю, хоть бы до 1000 дотянуть. 1100 было бы классно, там, день 2000 закрыть. Но так получается, что, скорее всего, уже закрыл. Сейчас больше пойдет, 2000 уже. Посмотрим, как сейчас продолжит. По монете 10 идет. Я еще хотел закруглиться, потому что по 0.30 пошло, по 0.40. Ну, получилось, что поймал поинтереснее, да, вариант. Если сейчас так продолжит, то вообще абсолютный рекорд побью. По-моему, рекорд у меня там 200 с чем-то. Я сейчас зайду в таблицу, гляну. Также по монете бьет. В общем, я посмотрел, рекорд был 2.241. Не хочу загадывать, сейчас может вообще по 5 монет будет сыпать. Посмотрим сейчас, как будет. Так, по 0.90 идут начисления. По 0.95 идут начисления. Чтобы рекорд побить, мне, наверное, еще надо 100 монет, я думаю. Сейчас посмотрим. Также по 0.95 идут начисления. По 0.90 идут начисления. Так, по 0.80 пошли начисления. Так, ну и итоговые по 0.65 пошли начисления. Я думаю, рекорд должен быть побит. Сейчас посмотрим. 2.241 был рекорд. Но здесь тоже рекордные начисления за 9.6 энергии. Это прям вообще топ. Прям начисляла и начисляла. Вот в такие моменты заканчивается энергия. Ну ничего, все, что делается, делается к лучшему. Хороший результат. Давайте посмотрим, сколько за день вышло. За день вышло 2277 GMT. Получается, рекорд побит. У нас средняя 22.77. Так, ребят, это наш основной телеграм-канал. Также к нему есть чат. Много опытных ребят, которые смогут вам подсказать. Если какие-то вопросы есть по Степану, залетайте, подписывайтесь. Ссылки будут в описании под видео. И на основной канал, и на чат. Также в закрепе у нас есть сообщение. Давайте я вам одно быстро покажу. CoinList анонсировал токен сейл. Вот здесь вот вся информация, квиз, как пройти вопросы, чтобы подать заявку. Видео записал, сегодня постараюсь тоже выложить. Также один из закрепов — это запуск премиум направления у нас был. Там не
несколько направлений. Одно из самых важных на сегодняшний день – это сбор своего криптопортфеля. Все зоны покупок указаны в таблице. Все зоны продаж, также разбитые токены по секторам. В начале каждого месяца выкладываю свою статистику по портфелю. Буквально вчера вот выложил, можете ознакомиться, посмотреть. Собрал его в октябре месяце 22 года. В начале каждого месяца выкладываю статистику. Так, теперь давайте посмотрим, сколько это в долларах у нас. 704 доллара. GMT у нас там на 0.31, по-моему, ушел. Или 31.6 соланы. Вот такой, ребят, показатель. С вас, как всегда, жирный лайк, подписка на канал, ссылки на телеграм-канал в описании. Всем спасибо, всем пока.